Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. И это продолжение предыдущего выпуска. О, комфорт. Плюс. Ровненько час мы простояли, но ровненько час это с последнего выполненного заказа. Без двух минут, вот. 13:18 он был закончен, сейчас 13:16. Короче, я не знаю. Ну, блин, есть такое подозрение, что Яндекс как-то наказывает за отмену. Хотя в это не хочется верить, что он такой чухней занимается. А в телеграм-группе, кстати, вот которая тут внизу, скидывали как-то письмецо одно от Яндекса, что они как-то тестируют такую штуку по поводу отмен. Но одно дело тестировать, а второе дело ввести. И вот я еще давненько как-то начал замечать, что делаешь отмену, а потом внезапно стоишь. Полчаса можешь постоять, там 40 минут. Но не всегда. Мне кажется, когда заказов много, то оно как-то не так работает. Ну, как бы, понимаете, это все тестирование. В режиме тестирования оно может работать как угодно. И может даже не работать вообще. Поэтому это может быть мной придуманные такие фантазии. Но как-то я замечал, что такое происходит. А, и за сегодня это уже 4-й Комфорт Плюс прилетел мне. В общем, сейчас мы едем на Дзержинского 3. Там, я думаю, побогаче с заказами будет. Хотя, все может быть. 11:10 получилось. Так. Я думаю, я надеюсь даже, что наказание окончилось. Сейчас пойдут дальше заказы. Посередине этой улицы стану где-нибудь. А, блин, впереди поливашка. Опять мне все грязь по машине размазало. Хотя не, она как-то по колесам больше дала. Это в городе погода, я даже не знаю, не погода, а что-то странное. Такое, знаете, как будто в дымке все. Одно, второе непонятно, то ли это туман, то ли облака так низко, то ли это в дыму, но дымом вроде гори не пахнет. Вот я через центр прям ехал, уже не миги. Сразу следом заказ прилетел, эконом. Ну, нормально, точно наказание было. Добрый день. До свидания. Это вообще копейки. 3,70 получилось. По кругу мы тут проехали. Я вот думаю, как бы почти 2 часа, можно и на Кирова постоять, правильно? Что у нас там в городе делается? Да нифига у нас там не делается, тишина. Но здесь как бы студентов много, могут по домам уже ехать 2 часа, кто-то ж отучился. Поэтому да, так и сделаем, сейчас на Кирова станем и подождем там чего-нибудь. А так вообще, да, в чате пишут, что заказов особо нет. Вот я не знаю, передает камера или нет, но вот реально вот впереди там прям дымка такая непонятная. Такое ощущение, как будто, знаете, как смог накрыл центр. В общем, что-то странное. Все, снова загораем. Ух ты, позагорали. Комфорт плюс. Фига себе. Вы видели, это уже пятый за день. Там какие-то мега скидки, наверное, первое число по комфорт плюсу. Мне кажется, по-любому что-то придумали. Отметка, правда, кривоватая. Не совсем понятно, куда там. То ли во двор, то ли снаружи. Дебрями я пробираюсь. Будет смешно, если я сейчас в тупик упрусь. Добрый день. Что отмечено тут, и навигатор меня сюда привел. Во двор куда-то? Да, во двор первый. Хорошего дня. Яндекс криво ставит, а ваши ручки, что там криво поставило, что здесь. Завершить. 9,70 получилось. И вах, какой ароматный девушка был. Что она там ехала, я не знаю, KFC везла или Макдак, я не успел посмотреть. Запах всю дорогу стоял, блин. А я голодный. А я завидую. Короче, да, сейчас бы покушать. Но надо поработать. Пристроился возле площади Козинца.
Уже 5 минут стою. Хоть эконом какой-нибудь, может, прилетел бы. Да, сегодня, конечно, день вялый идет. А, слушайте, пока стоим, я вам покажу результаты месяца. Это ж получается, мы сентябрь с вами отработали, и можно посмотреть результаты за сентябрь. И сразу хочу напомнить, кто не смотрел предыдущие выпуски, получается, 3 недели с небольшим я отработал только по комфорту. Ну и где-то 1,5 недели там оставалось, там я уже включил и комфорт, и эконом, то есть все подряд возил. Получается, у нас, это у нас за этот месяц сентябрь, 1489 получилось, 254 заказа, комиссия, пробег у нас получился 1829, но это который платный во время заказа. Сейчас я посчитаю, сколько у нас там получилось всего пробега, потом что там еще спрашивают, часы расскажу, сколько еще часов и сколько мы потратили на бензин денег. Не успел я досчитать, прилетел заказ Казинца и на Дзержинского поедем. В общем, я буду выполнять заказы и в промежутках считать. Даже 2 заказа сделал по цепочке, как на Каховской оказался впереди тут. Посчитал я часы, получилось у меня 134 часа. Как-то совсем мало. Совсем я не работал в этом месяце. Вернее, в прошлом, в сентябре. А теперь подобьем километраж. И у меня получилось 2541 километр. И возьмем средний расход, к примеру, 8,1. И выходит у нас, что мы потратили в сентябре 205 литров бензина. Я, как правило, заливаю только 95, поэтому умножаем на 1,78. И получилось у нас 366 рублей мы потратили на топливо. И отнимем, сколько у нас там было? 1489. Равно 1122. 1122 рубля мы заработали в сентябре. Ну и, естественно, отнимаете свои расходы, которые вы считаете необходимыми. Там у кого аренда, у кого амортизация, у кого еще что-нибудь. И получится приблизительный заработок в месяц. Но я сразу скажу, что я работаю плохо. Вот эти почти 1500, это, ну, минимально, наверное, что я выкатываю. Потому что, опять-таки, в чате скрины ребята показывали, у них по 2000 в месяц выкатывают и даже по 3000. Как они это делают, я не знаю. Реально, для меня на сегодняшний день это сложно. Раньше я действительно больше работал. Когда только начинал работать, тогда и азарт был, и интересно. И я не уставал так, как сейчас. Сейчас вроде бы... ничего себе. А сейчас вроде бы и не работаю так сильно, но все равно какая-то усталость сказывается. Поэтому работаю кое-как. Очень много машин Яндекса вокруг стояло, поэтому я решил куда-нибудь сдвинуться. И, наверное, я хочу наверх оружия сдвинуться. Вот и здесь Яндекс стоит, грустит. А там есть вероятность, что будут по домам разъезжаться. Еще рано, как бы, работа идет у людей. 3 часа сейчас. Будем надеяться на лучшее. Прилетел очередной экономчик, и я уже спешу на него. И я надеюсь, простои окончились. А пришлось пропускать, всякий шлак летел. Первый, получается, на Мирошниченко прилетел. Оставил ее на победителей. Написано было «Долгая поездка», я пропустил. А второй заказ, короче, на Брест. Написано «Долгая поездка, 4 с чем-то там часов». В общем, я тоже пропустил, представляете? Я вот следующий прилетел. Мы приехали. Куда мы приехали, непонятно. Добрый день. Здесь, да? Спасибо. До свидания. Вам также. 5-10 за этот заказ вышло. Да, прям тут на выезде из стана. Здесь что-нибудь и прилетит. Оп, очередной эконом прилетел тут рядышком. Пока добрался, ну как пока добрался, тут по времени-то чуть-чуть было. Один заказ, второй по цепочке прилетает, короче, блин, прорвало. В центре я оказался на Немиге. И один пропустил, и второй пропустил. Один какая-то долгая поездка была, там что-то по всему городу стояли 2, по-моему, или 3 адреса. А, с местом посадки 3, получается, адреса. А второй прилетал здесь рядом, но на Ваупшасово, это вообще в лес. Как бы тоже не очень интересно. Поэтому ждем чего-нибудь выгодного. Ну, коэффициентов пока нет. Такой вот тухленький город. Что-то постукивает. Вроде ж там вроде чинили что-то.
Где что? Блин, ты тут уже раздолбалась. Ай, стареет машинка, стареет. А, Шорна 19. Ну, вот это, наверное, будет поинтереснее, чем то, что он мне до этого предлагал. Только привез, и сразу заказ прилетел. Я из этого же дома. И подъезд тот же, 4-й. Забавно. На Грушевскую поедем, 89. А, и хотел спросить, знаете что? Что вот это за номера с зелеными бай? 6.20 получилось. Так о чем мы... А, про номера. По цепочке следующий заказ прилетел. В общем, смотрите, номера, как бы я знаю, что есть чисто зеленые, да? И я думаю, вы знаете, что они ставятся на электромашины, которые полностью электро. А у этих номеров чисто вот именно бай. Зелененького цвета. Я вот где искал информацию, я не нашел, что это такое. И по городу их, кстати, очень много начало появляться. Так вот, если кто-то знает, напишите. Какая-то улица такая тугая. Вот, а мы двигаемся в сторону вокзала. Что-то я не понял, что за странный заказ был. 8 рублей. А, блин, и 4 бонусов. Это ж зоны пошли. 5.20 уже. Смотрите. А я смотрю, что за хрень. Заказ был по эконому. Проехали тут совсем чуть-чуть, а тут 8 рублей. Нормально так. Нежданчик прилетел, 4 рубля. Поедем в ГУВД. Не хочу я в ГУВД ехать. Хотя здесь, наверное, где-то рядышком было. Добромысленский переулок. Да, он тут совсем рядышком. Каратыш был, но я его не принял. Ну и ладно. А вот и следующий. Берестянская, 13. Вот это уже, наверное, подальше Берестянская. Заказ отменен. Ну, подумаешь, не очень-то и хотелось. Чтобы нам отсеять немножко заказы с вокзала и тому подобное, куда сложно подъехать и ждать. Давайте на Кирова попробуем заехать. Смотрите, какой домик прикольный. А? Кирпичный, старенький. Видно, что новых кирпичиков там понастроили. Но все равно прикольненько смотрится. О, лавпочтамп и Мега-3. Зашибись. Хорошо, не Мега-3, это вниз спуститься туда и все. Каратыш, ништяк. Единственное, только пробку рисует. Где-то там. Сейчас увидим. Угу. И как всегда, никого нет. Не люблю я заказы на проспекте, а вот кто-то идет. Здрасте. Здравствуйте. На ней Мега-3? Угу. Как можно быть такими прокуренными? Неужели вы сами не чувствуете? Неужели вам самим не воняет? Блин, до тошноты. И спрашивается, нахрена ты сюда лезешь, блин? Видно, что лежит сумка. Сиденье отодвинуто. Нет, блин, все равно щемится. Ай, я не знаю. Вот реально, раньше меня такое не бесило. Ну, сел и сел человек. Сейчас, блин, аж бесит, короче. Эть, все равно продвину, вот так вот. Ага, ага, куда-то я еду. Я пытаюсь развернуться на Немиге, но нам-то лучше прямо поехать. Там вон коэффициенты загорелись. Да и с Немиги тут, блин, вечно и не постоять нигде. Прикиньте, сдохла камера. Она не сдохла, у нее просто память закончилась. И свободных флешек нет. Вот так вот бывает. Поэтому доснимаю на телефон. Не знаю я, что там получится, но что-то получится. Еду, блин, такой плотный трафик, надо бы свернуть куда-нибудь, конечно. Но все плотничком. И заказ не прилетает. Все, я нашел лазейку. Оп, сейчас где-нибудь тут во дворах и станем. Нифига себе тут очередь. А, тут еще стань попробуй где. Короче, как-то так, кривенько. Но мы все равно будем стоять, пока заказ не прилетит.
так что, я думаю, никому не помешаем. Оп. Коммунистическая 1. О, давай быстрее, 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 быстрее. Что ж он так тупит, а? Поехали. Коммунистическая 1. А, вот сюда куда-то. Ясно. А поедем на Платонова. Нормально. Меня радует, что вот эту очередь не надо стоять. Платонова. Вот что значит невнимательно прочитать. Там было Павловского, какого-то 50. Это были сосны, то есть за шабаны еще. В общем, вот, никуда я не поехал, сделал отмену. А я уже порадовался, думал, коротыш. Очередной. У нас комфорт плюс 4. Ладушки, погнали дальше. Будем пытаться вести. 10.40 получилось за этот заказ. И знаете что? На телефон, оказывается, крайне неудобно снимать. Как оказалось. В общем, на Рокоссовского я рулю. Ну что ж, время подошло к концу. Еще пару заказов я сделал и оказался возле Площади Победы. Вон там Площадь Победы. И теперь буду красться домой. Ну и результаты вам покажу. Значит, у нас получилось 26 заказов, 125 рублей. Километраж 233, средний расход 7,6. Топливо, значит, мы потратили 18 литров. В деньгах это 32 рубля. И отнимем вот это 125, получилось у нас 93 рубля, мы сегодня заработали. Все, не буду вас задерживать, так сказать. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Все, всем удачи, пока.